Студентка Юлия Овчинникова мечтает об успешной политической карьере. Надеется, что в этом ей поможет проект «Другой университет». Чтобы стать его участником, она прошла конкурсный отбор. Нужно было проявить юридическую подкованность. Говорит, помогло то, что на первом курсе она уже изучала эти предметы. У нас в основные предметы в университете уже предусмотрено на то, чтобы и политику охватывать, и полностью там теоретическую юриспруденцию, да, и по отраслям. Поэтому как-то так повторила, как говорится, свою пройденную практику, теорию, да, и, в общем-то, все обобщила, и все, как бы, да, пришла. У проекта «Другой университет» два направления – личностное развитие и политика. Два месяца студенты будут посещать мастер-классы, круглые столы и дискуссионные площадки. Встречаться с экспертами – это отличная возможность получить практические знания напрямую от тех людей, которые уже добились успеха, а также завязать интересные знакомства. Блок политика, он будет связан с Думой городского округа Самара. Депутаты Думы городского округа Самара станут экспертами, наставниками и спикерами нашего проекта. В личностном развитии мы будем реализовывать такие темы, как финансовая грамотность, предпринимательство, социальное проектирование, коммуникации, мотивация. Будут лидеры общественных объединений, общественного мнения. Пока это такой секрет для наших участников. Мы будем спикеров подбирать непосредственно для групп, которые будут создаваться и по культуре, и по науке, и в политике. Вот именно то, что интересно ребятам, именно в этом формате, чтобы действительно знания были важны, нужны, в этом формате мы и будем проводить. После завершения проекта участников наградят специальными сертификатами. У самых амбициозных есть шанс получить грант на развитие своего проекта или стать помощником депутата. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.